Мы переходим к нашему главному бою сегодняшнего вечера, ради чего, я думаю, многие из вас сегодня пришли сюда. И первый участник нашего главного боя – Павел Шульцкий, город Пятигорск. Мастер спорта по боксу. Изначально Павел должен был драться против другого профессионального боксера, но из-за травмы оппонента ему выпал шанс сразиться против жемчужины нашей организации – автомата Гадзи. Если он воспользуется этим шансом, то стремительно ворвется в чемпионскую гонку. Павел является 6-кратным чемпионом СКФО и 3-кратным чемпионом МВД. Его рост 194 сантиметра, вес 104 килограмма, и ему 31 год. А теперь давайте встретим его соперника, короля нокаутов, обладателя самого большого количества бонусов, самого зловещего и свирепого участника нашего турнира. Наврузов Гадзи по прозвищу Автомат. Король нокаутов из Махачкалы, Дагестан. Самый опасный боец топ-дога. Ему потребовалось всего 2,5 минуты, чтобы одолеть 3 супертяжей. Каждый его бой получает бонус за лучший нокаут. И он уверяет, что этот не станет исключением. Вселяющий ужас Автомат Гадзи сам изъявил желание выйти на замену и спасти пару супертяжеловесов. Хотя в декабре его уже и так ждал бой за заветный перстень. Давайте поаплодируем, это главный бой вечера, супертяжи! Правила знаем, капал. Все, удачи. Внимательно. Головой. Спортсмены середины, пожали руки. Внимательно слушайте мои команды, после команды стоп не работаем. Покажите красивый и честный поединок. Удачи по углам. Судья готов? Судья готов? Судья готов? Первый раунд! Время! Бой! Готов? Бой! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Подойди ко мне. Бой! Проваливай, иди на него, проваливай. Не падай, стой на ногах. Бой! Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Готов? Да. Работай. Все, как бы,
Хочу, чтобы вы все поаплодировали Павлу. Паша, следи за левой. Так как Павел, это первый человек, который вышел и дошел до второго раунда с автоматом Гадзи. Это настоящий воин, который продолжает бой, несмотря на то, что ему очень тяжело. Давайте еще раз поаплодируем Павлу Шульскому. Второй раунд, капа. Тайм, бой!
Третий раунд. Третий раунд. Сам. Сам. Бос. Сам, Паша, сам. Вести его. Стоп. На середину. Паша пошел. На середину. Бой. Сам, давай. На середину. Без подсечек. Я все видел. Иди так и возьми. Кто там? Помолчи. 10 секунд. Стоп! На середину! 5 секунд! Время! Конечно.
Тебе такой бой нужен? Давай, давай. Подними руку сейчас. В этом, я думаю, это может переплюнуть по зрелищности бой, который я объявлял ранее. Возможно, это самый зрелищный бой сегодняшнего вечера. У нас есть победитель решением судей. И это автомат Гадзи!